хыкают все, худые, вообще до безобразия, ужас какой-то, шкуры и кости, я не знаю, один какой-то стонет. Ребенок из помойки. Крошечный. Говорят, было несколько малышей. В живых пока остался только один. И помоги Бог. Завтра мы еще посмотрим эту помойку, облазим. Сейчас темно, не нашли. Что, солнышко маленькое мое? Подарок помойки. У этого ребенка появился шанс. Он голодный. Маленький мальчик. Вот это ребенок с помойки. И он хочет кушать. Он очень хочет кушать. Крошечный, ему мама нужна. Ему нужна мама. Ребята, на помойку выбросили очередных малышей. Говорят, они там несколько дней. Сегодня нашли только одного. Где остальные, не знаем. Завтра поедем искать. Сейчас домой приедем, сейчас молочка будет. Сейчас мы заводим. Потерпи, не вижу. За что они должны страдать, ребят? Ну за что вот этот ребенок выброшенный на мусорку? Как я не знаю кто. За что? А вот так, да? Вот так мы спрятались. Твой ребенок решил согреться. Да, малыш? Манную кашу едим с удовольствием. Да? Я думала, у нас... Что? Иди ешь. Я думала, а солька у нас маленькая. А оказывается, ребенок в два раза меньше ее. Да? Это Рамис. Рамис. А это Асоль. Так, стащили свитер. Так. Порвали картонку. Интересно, свитер смогут что-то стирать, нет? Асоль. Асолька. Вот ты коза. Что, чудовище маленькое? Давай, подкрепись. Устала тягать свитер, пачкать, да. Она себе само место, да, передвинула. Так. Вот так. Тоже себе место нашел. Хорошо. Друзья, помощь приюту нужна всегда. Ежедневно, ежечасно. Если хотите, ежеминутно. Около 2500 животных. Из них около 300 вот таких крошек.